Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Наташа Королева дала интервью, где рассказала о личной жизни и о горе, которое пережила ее семья. Недавно Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко стали гостями программы «Секрет на миллион». В этом шоу звезды должны отвечать на каверзные вопросы телеведущей Леры Кудрявцевой. Тот, кто сможет раскрыть свою страшную тайну и ответить на последний вопрос, получит миллион рублей. Звездная пара смело рассказывала о секретах личной жизни и о тяжелом периоде в их семье. Напомним, что пару лет назад мужа певицы поймали на изменах. Многие поклонники были уверены, что одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса распадется. Несмотря на все сложности, Королева и Глушко сумели сохранить семью. Недавно они отметили годовщину свадьбы, где порадовали многих присутствующих совместным исполнением нескольких композиций. На шоу исполнительница хита «Маленькая страна» рассказала о горе, которое случилось в ее семье. Оказалось, что не так давно у артистки случился выкидыш. На протяжении 6 лет она пыталась забеременеть. Первую беременность оказалась замершей, а во время второй у певицы случился выкидыш. Причиной тому стал возраст и стресс. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.